17 мая впервые на сцене стадиона «Олимпийский» в Москве выступит американский поп и R&B-певец Джастин Тимберлейк. Концерт исполнителя пройдет в рамках мирового турне певца под названием «The 2020 Experience» и состоится всего в двух городах страны – в Москве и Санкт-Петербурге. Джастин Тимберлейк является обладателем 4 премий Эмми и 9 премий Грэмми. Сам пишет музыку, отлично танцует и снялся уже в 18 кинокартинах. Читинцам также была предоставлена возможность побывать на этом событии и собственными глазами увидеть настоящее мировое шоу. В течение месяца в эфире радио «Европа плюс Чита» проводился розыгрыш 600 билетов на закрытую вечеринку «You Fly on Justin» в ночном клубе «Пирамида». Партнером розыгрыша стала ювелирная сеть «Роскошь». А 14 мая на незабываемой суперпати по номерам браслетов были разыграны 2 билета на концерт Джастина Тимберлейка в Москве. И счастливой их обладательницей стала 18-летняя читинка Екатерина Абрамова. Молодой человек, вот Леша, он выиграл нам билеты на вечеринку. И мы пришли, конечно, надеялись на победу, но было так все неожиданно, потому что все-таки маленький шанс был, что именно мы поедем в Москву. Как поделилась с нами Катя, она долго не могла поверить, что номер именно ее браслета совпал с заветным выигрышем. Но вот впереди 2 незабываемых дня в Москве, где ребята, кстати, побывают впервые. И, конечно же, яркие эмоции от концерта, на котором читинские победители обещали оторваться за всех. Я хочу сказать спасибо огромное Европе плюс Чита за предоставленную возможность поехать в Москву на концерт Джастина Тимберлейка. Мы частые слушатели, много принимаем участие в различных конкурсах и, конечно, выигрываем. Спасибо огромное.